Политолог Ричард Бейкер считает, что президент США Барак Обама совершенно неправильно описал роль Америки в мире. Президент Обама вновь заявил, что США незаменимая страна. Получается, что остальные 190 стран в мире заменимы? Такое заявление можно извинить только если считать прилагательное «незаменимый» синонимом к слову «агрессивный». США чаще других вторгались в другие страны и нарушали права человека и международное право. Действия Америки противоречат красиво звучащим словам Обамы.